Карачаево-Черкесия славится не только своим гостеприимством, но и единством всех народов, которые здесь проживают. Когда кому-то из земляков необходима помощь, тысячи жителей республики объединяются и как одна большая семья, единое целое, стараются помочь. Кто-то деньгами, кто-то продуктами, кто-то же старается помочь физически. А кто-то и вовсе объединяется в целые благотворительные фонды и под эгидой этой организации делают добрые дела. Фонд «Территория милосердия» – один из первых подобных фондов в нашем регионе. И по сей день ребята стараются совершать как можно больше благих дел. Фонд создали мы в 2013 году. То есть в будущем году мы собираемся отмечать десятилетие работы фонда. Но официально зарегистрировали его в 2014 году, 1 апреля. Предшествовало фонду те события, что мы, в принципе, учредители этого фонда так или иначе занимались общественными делами, благотворительной деятельностью, но она была еще недостаточно системной. И на одном из межрегиональных форумов в Ингушетии мы увидели для нас прекрасные примеры таких фондов, которые работают в соседних братских регионах Республик Северного Кавказа, и в Дагестане, и в Ингушетии. Вот, увидели фонд «Надежду» из Дагестана, только что организованный фонд «Тешам» из Ингушетии. И, как бы, посчитав их работу очень эффективной и достаточно показательной, подумали, почему бы нам не создать такой же фонд у нас в республике. При этом мы, безусловно, осознавали, что перед нами стоят и другие задачи, помимо тех, что стояли перед ними. Благотворительные фонды обычно занимаются помощью малоимущим, необеспеченным и так далее. Детям больным. У нас же, помимо всего, стояла цель как-то культивировать саму благотворительность в республике, развить ее и стать такими, ну, в этой области новаторами, что ли, благотворительной деятельности в республике. Поэтому была такая цель, и мы приехали и организовали этот фонд. Сперва мы размещались в очень маленьком помещении, мы сами практически оказывали всю необходимую помощь малоимущим, сами бегали. Потом вот эта системность, которую мы хотели построить, она требовала другого подхода, она требовала организационных действительно подходов в плане набора штатных сотрудников, в плане того, чтобы планировать деятельность и так далее. Поэтому было время, когда мы, ну, мечтали о том, чтобы у нас был один хотя бы сотрудник, который мог бы с утра до вечера в рабочие дни сидеть, принимать заявки, контролировать вопросы и так далее. Но, слава Богу, сегодня все получилось. На сегодняшний день фонд «Территория милосердия» имеет 4 филиала по республике, где в каждом филиале как минимум один штатный сотрудник. Здесь несколько сотрудников в центральном офисе в городе Черкесске, имеет представительство в Кисловодске, обеспечивает неимущих тысячами людей, неимущих теми необходимыми предметами обихода, там, быта и так далее, продуктами питания, бытовыми какими-то предметами. Поэтому сегодня уже фонд развился на серьезный уровень. Более того, он занял достойное место и на межрегиональном уровне, и даже на федеральном уровне знают про этот фонд. Было несколько акций, которые нашумели на всю страну, как бы в плане сбора денег для вот тех мальчиков из Кабардино-Балкарии, когда оператором помощи выступил благотворительный фонд «Территория милосердия», хотя собирали как бы всем миром, это заслуга всего народа Карачаева, Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и многих других регионов, но оператором выступил фонд «Территория милосердия», они нам доверили это дело, и в итоге
За 4 месяца было собрано в общем порядка 360 миллионов рублей, что не имеет до сих пор аналогов в России такие сборы. Это далеко не вся деятельность, на которой специализируется территория милосердия. Дружная семья фонда берет под свое крыло множество подопечных. Они привозят им продукты, помогают в строительстве жилья, дарят одежду. Кстати, пожертвовать одежду для подопечных фонда может любой желающий. Сюда приносят как и поношенные вещи, так и абсолютно новые. Трудолюбивые сотрудники и волонтеры сортируют ее и раз в месяц предлагают нуждающимся выбрать для себя или деток что-то из имеющегося ассортимента. Иногда в фонд приносят канцтовары, посуду и многое другое, что порой так необходимо подопечным территории милосердия. Я была в подопечной этого фонда. Была подопечной, и здесь до того, как я пришла именно сюда на склад, здесь работала женщина. Мы с ней сдружились, как-то общались. Я приходила в качестве волонтера, ей помогала. И она как-то по семейным обстоятельствам у нее получилось то, что ей пришлось уйти с работы. И она порекомендовала именно меня. И взяли на эту должность. И уже второй год я тружусь здесь. Скажите, пожалуйста, ваши вот первые мысли, когда только-только вот вы сюда пришли в качестве непосредственно сотрудника? Угу. То есть не думали о том, что ой, будет сложно? Не было ли страшно? Ну, поскольку возраст уже зрелый, страха-то и не было, в принципе, никакого. Единственный страх – это ответственность. Ответственность за то, что ты на тебе лежит, как бы сказать, каждая вещь, которая находится здесь, она на твоих плечах. То есть это непосредственно надо именно подопечным раздать, чтобы они пошли в нужное направление. Конечно, бывают такие разные моменты, разные случаи, разные люди приходят. Стараемся всем помочь. И именно непосредственно, чтобы каждому человеку в руки досталось то, что принесли, пожертвовали. Чтобы стать подопечным фондом, это необходимо прийти, дать заявку, написать заявление, потом комиссия выезжает, анкетирует. После того, как анкетирование пройдет, уже приезжают с этими документами, здесь уже большой совет, и они уже рассматривают на то, чтобы оказывать помощь человеку продуктами питания, или же есть еще у него возможность как-то самому выбраться с этой ситуации. Ну, вещами, естественно, помогаем абсолютно всем. Это, можно так сказать, одна из самых важных проблем – это вещи. Люди, которые берут вещи, они могут себе потом сэкономить на этих вещах и приобрести там продукты питания какие-то, канцтовары, там еще что-то. И даже периодически здесь на склад приносят, жертвуют канцтовары, тетради, жертвуют абсолютно всем. Пожертвование у нас происходит следующим образом. Это люди, которые нас знают, которые и в Инстаграме, и в Телеграме, везде, или хотя бы раз, которые слышали, прекрасно знают то, что мы здесь принимаем продукты питания жертвенных животных, также и вещи привозят. Либо, если какое-то объемное, например, там мебель отдают или какую-то технику большую. Люди сами могут либо сами поехать забрать, самовывоз сделать, либо я прошу, у нас есть сотрудник на машине, он едет, забирает и отвозит подопечному, у которого просто возможности нету перевезти ту или иную вещь. Уже мы подключаемся к этому. А так приносят люди вещи. Я, как бы сказать, буду говорить прямо, есть вещи, конечно, в ужасном состоянии приносят, просто, ну, это все утилизируется. Есть вещи, которые в приемлемом состоянии, которые еще можно поносить. Это все мы сортируем, все мы перебираем. Вот. И есть категория вещей, это новые вещи, которые непосредственно тоже жертвуют, привозят, мы это все тоже раздаем. Вот. Работаем мы стабильно,
с 10 утра до 6 вечера. В этот период времени любой человек, кто хочет чем-либо пожертвовать, может приехать, передать нам. И каждая вещь идет по направлению, именно по направлению. И каждый человек, который у нас находится в базе, он проходит проверку именно то, что нуждается он или нет. Потому что бывали такие случаи, то, что человек абсолютно не нуждается ни в чем, может сам себе много чего позволить, но однако же он идет, просит и берет, чтобы, ну, не знаю, с какой целью это он делает, но такое тоже бывало. Поэтому мы тщательно проверяем своих подопечных, и у нас действительно база тех людей, которые именно нуждаются. А большая база? Да, база достаточно большая, около 2000 семей. Это по всей республике, у нас и в районах есть филиалы. И вот наш вот здесь это главный офис. Также у нас есть в Малокарачаевском районе офис, в Карачаевском районе, в Усть-Якутинском и в Зеленчукском районе. Вот. Да, в Черкесск приезжают только вот ближайшие районы. И, как бы сказать, некоторые, которые, например, допустим, в Карачаевске что-то не могут найти, могут спокойно сюда приехать и здесь получить, выдать. Можем абсолютно все, что им нужно. Каждый из подопечных, кто бы ни обратился. Я с подругой гуляли здесь и увидели, что территория милосердия, что это, ну, помогают там что-то. Я пришла, написала заявление, что я мать-одиночка, многодетная, вдова. У меня муж 17 лет назад умер. Девочки меня записали, приехали, посмотрели, как я живу. Вот вещами помогают. Каждый месяц число вот одно и то же. Каждый месяц мы приходим, каждый месяц мы берем и школьное, и канцтовары бывают. Ну, чем люди жертвуют, то и мы берем. Угу. Дети в школу вот пишут нам, говорят, кому нужна школьная форма, мы приходим, портфели, школьную форму. Ну, что есть у фонда, то они нам дают, мы вот приходим, что нам подходит, что нам нравится, мы выбираем и потом носим. А сколько деток у вас? У меня 6 детей и 8 внуков. Угу. А вот хотели бы что-нибудь пожелать сотрудникам фонда, волонтерам? Ну, конечно. Они и поездки организовывают, они и представления всякие приглашают, билеты достают в цирке. Конечно, здоровье, как обычно. Что мы очень рады, что есть такой фонд у нас в Карачаево-Черкесии, к которому можно в любое время обратиться, они тебе помогут. Для каждого, кто так или иначе является частью деятельности территории милосердия, помощь ближнему – это уже скорее дело жизни. В фонде рука об руку трудятся как молодые ребята, так и люди постарше. Работая как единый организм, они безустанно делают все для блага нуждающихся. Наверняка вы помните героя одного из наших прошлых выпусков, бойца ММА Амаля Агирова. Признаться, мы не ожидали увидеть его здесь. Как оказалось, Амаль уже на протяжении 3 лет является волонтером территории милосердия. Молодой человек считает, что делать добро просто. Главное не лениться и просто однажды стать частью хотя бы одного доброго дела. Сюда я пришел около 3 лет назад. Тогда делали сбор для ребенка. Вот, получается, собирали и на дорогах, и во всех разных местах. И я увидел сначала, когда я проезжал, потом в интернете, и я решил прийти, помочь, так как лишние люди как бы не бывают в добре. Вот, и мы пришли сюда, через некоторое время, хвала Всевышнему, у нас получилось собрать всю сумму, которая нужна была. Честно сказать, очень много людей, которые помогали и как-то финансово, и как-то поддержкой, и как-то вот мы стояли, нам привозили и покушать, и попить, и то есть, ну, все, что нужно было, максимально было на высшем уровне от людей. Была сплоченность народов, которая также немало важна. Никто не знает, в каком положении окажется сам лично он на завтрашний день. Возможно, завтра нужна будет тебе помощь. Если также люди будут относиться к этому, скажем так, несерьезно подходить, то получается так, что и ты можешь завтра оказаться без какой-либо поддержки, помощи и так далее.
Это что касается, если люди думают только о себе. А так, я считаю, что в этом мире как бы зла и так хватает. Нужно делать максимально больше добра. Вот. И даже для самого себя, для сердца, для, скажем так, воспитания себя это очень сильно помогает, поддерживает в плане того, что нужно делать больше добра, максимально всевозможные какие-то варианты находить, чтобы оказать больше поддержки во всем мире. Помимо благотворительной деятельности, территория милосердия реализует под своей эгидой несколько крупных республиканских проектов. Благодаря проекту «Маммат», который существует уже 3 года, удалось отстроить дома для 30 жителей республики. Проект «Линия жизни» помогает нуждающимся жителям региона получать бесплатные медицинские услуги во всех районах республики. А благодаря проекту «ТМ Эко» маленьким жителям республики проводят уроки по экологии, организовывают субботники, посадку деревьев и не только. А деятельность моя как отдельного сотрудника заключается, я являюсь руководителем экологического проекта «ТМ Эко», который является одним из немногих проектов на базе фонда «Территория милосердия». Фонд, проект направлен на предостережение и улучшение и просвещение в плане экологии всей нашей республики, то есть от мала до велика всех людей. Каким образом, спросите вы, отвечу то, что у нас проводятся различного рода акции по посадке деревьев, по уборке туристических маршрутов, по уборке достопримечательностей. Это первая наша ветка, наша деятельность. Вторая ветка, то, что мы занимаемся именно просветительской работой, это мы ходим в школы, как государственные, так и в частные школы, где преподаем азы экологии нашим маленьким братьям и сестрам в любом формате, то есть это проходит как онлайн, так и офлайн, и на любые абсолютно темы. Это леса, перерабатываемые материалы, водные профессии, воды России, различные акции, направленные, какие у нас имеются в России, направленные на сохранение природы, окружающей среды. И третья наша деятельность началась в прошлом году. Это мы являемся общественно-экологическими инспекторами совместно с Общероссийским народным фронтом, сотрудниками. Мы проверяем предприятия и разного рода предприятия и заводы на их экологичность в плане работы. То есть очистные сооружения, какие-то подводы к вывозу ТБО и такого, вот такого формата работы у нас проводится. Вот такой у нас проект имеется, но это один, то есть маленькая песчинка на большом этом корабле «Территория милосердия». Угу. Вот скажите честно, сложно? В плане морально, да, но физически, ну, я не скажу, что это очень сложно, так как ты, когда вдохновляешься чем-то, тебя никакие там, ну, никакие какие-то трудности не останавливают. Но в плане, когда ты видишь то, что у людей, какое состояние у людей, то, что, ну, какие мы сборы проводим на детей наших, какую мы ведем работу с подопечными, во всяком случае, ты сталкиваешься с этим, и так как ты работаешь в этом фоне, тебе, значит, изначально было не все равно, а когда ты еще это видишь чаще, тебе намного, ну, как-то моральная составляющая твоя немножко усугубляется, и в плане психологическом, моральном это немножко сложновато. Но мы пытаемся это все перебарывать вместе с другими сотрудниками и волонтерами, и поэтому пытаемся работать продуктивнее с каждым днем. Угу. Мы вот обратили внимание сегодня, да и вообще, в принципе, снимая деятельность «Территории милосердия», что здесь все как одна большая семья. Для вас это получается как вторая семья? Ну, если я сейчас скажу, что это моя вторая семья, мама скажет, да что ты врешь, но она скажет, что ты первая. Да, на самом деле это так. И наши отношения с волонтерами и даже сотрудниками фонда у нас не останавливаются просто на рабочих отношениях или каких-то. Много раз, то есть, ну, у нас много студентов, да, в активистах есть. Мы сами там как бы являемся некими студентами. У всех есть какие-то автомобили или какие-то там свои возможности. И у нас есть определенные группы в WhatsApp, там других социальных сетях, где мы обмениваемся разного рода информацией полезными, так как там, ну, у кого-то, например, допустим, какое-то мероприятие, он решил просто позвать их всех. Мы отдыхаем вместе, мы там работаем вместе. Мы, грубо говоря, ну, как братья и сестры, очень-очень близкие на самом деле. И это, ну, наверное, самая основная составляющая нашей волонтерской ветки, нашего фонда, то, что именно то, что мы как являемся как семьей, именно помогает нам продолжать двигаться в нужном направлении. Фонд «Территория милосердия» существует уже 9 лет, и за это время им удалось помочь тысячам наших земляков. И на этом команда не планирует останавливаться. Впереди ждет еще немало добрых дел. Мы сегодня ставим новые высоты, новые цели перед собой. У нас новые проекты. Если мы изначально
открывались для того, чтобы помогать продуктами питания. Это было основное направление неимущим слоям населения, да, помогать одеждой, то мы сегодня уже, у нас отдельное направление, медицинское направление, да, отдельное направление строительства домов и так далее. Отдельное направление экология, она нас очень беспокоит в нашем регионе, поэтому это экологические проекты, программы, все, что касается вопросов будущего наших поколений. И поэтому сегодня фонд «Территория милосердия» уже ставит более других, более глобальные цели, задачи. Но при этом мы всегда остаемся на своих главных принципах, в первую очередь помочь тем людям, которые в этом реально действительно нуждаются, в первую очередь, а потом уже идем на проекты, которые смотрят на развитие общества. Сейчас ставим перед собой цели такие, что мы видим нашу работу такой, что она будет вплоть, ну, давайте так скажем. У нас до сих пор благотворительность развивается в таком русле, так помочь вот именно погорельцу, вот голоден, накормить обязательно и так далее. Да? У нас нету такой культуры еще ни в регионе, да и в России в целом, когда люди жертвуют на какое-то развитие общества. Да? Мы, вот никто, если собирать, допустим, ребенку, грамотному ребенку, умному, гениальному ребенку, допустим, обучиться где-нибудь за границей или в Москве там математике, никто не чувствует еще необходимость этого, чтобы пожертвовать, помочь, да, как бы в этом плане. Поэтому мы хотим дальше обратить свое внимание все-таки на культивирование более глубокого осознанного понимания благотворительности в населении и на проекты по развитию общества, по развитию талантов, по развитию спорта, по развитию культуры, развитию каких-то инфраструктурных проектов, даже экономического плана. Например, где-то протянуть воду в каком-то селе, там, помочь в газификации и так далее. То есть мы не хотим собой заменять какие-то органы государственной власти или государственные обязанности, но тем не менее помочь в каких-то вопросах, там, где не достает рука еще этот, власти, там, где не хватило еще возможностей и так далее, и там, где мы можем быть плечом к плечу, вот в таких проектах на развитие я вижу будущее нашего фонда в дальнейшем.